студенческий совет общежития – это большая семья, и действительно самой главной целью для себя мы стараемся выявить создание максимально теплых условий в общежитии, чтобы для каждого это был как дом, и туда хотелось возвращаться, поэтому мы всегда находимся рядом и поддерживаем друг друга в первую очередь. Цель нашего студенческого объединения – мы следим за сохранением и улучшением качества проживания международных студентов, самоорганизации и самовизации проживающих. Также мы занимаемся организацией досуга иногородних студентов. Наша организация направлена на работу в общежитиях студенческого городка нашего университета. И в год мы организовываем более 30 мероприятий абсолютно разной направленности. Организовываем различные субботники, вечера в общежитиях, чтобы ребята могли максимально сплотиться и почувствовать себя в общежитии как дома. Мы стараемся поддерживать социальную активность наших студентов, ведь иногородним студентам достаточно трудно сразу начать вести активную деятельность, потому что они чувствуют себя здесь чужими. И таким образом мы проводим различные творческие, развлекательные мероприятия, такие как битва общежитий, то есть мы пытаемся выявить лучшее общежитие. Битва общежития проходит два этапа. То есть сначала первый этап это проходит на внутреннем уровне между общежитиями студенческого городка СОФУ. Выявляется лучшее общежитие, и это лучшее общежитие автоматически участвует во втором этапе, представляет студенческий городок СОФУ. Второй этап проходит между общежитиями других высших заведений. Та команда, которая побеждает, им достается кубок. И рядом с этими людьми всегда хочется творить что-то новое, создавать новые идеи, новые проекты. И когда ты видишь то, что в ответ на твои идеи у людей загораются глаза, наверное, это самое важное. Также это личностные навыки, такие как коммуникабельность и различные другие, умение вести себя на публике. Это организаторские качества, потому что не так просто взять и организовать какое-то мероприятие. Но этому учишься, и это здорово, но все-таки в первую очередь это действительно то, что здесь я смогла приобрести семью, еще одну, которая всегда меня поддерживает, и когда я уезжаю домой, своим родным, я всегда скучаю по этой семье. Когда приезжаю сюда, скучаю по той, но мы друг друга всегда поддерживаем, и это очень здорово. И именно поэтому мы любим друг друга, существуем, и поэтому в общежитиях у нас теперь так хорошо.